Всем привет-привет! Хочу рассказать вам еще о Тилансии. Все знают, что отмирает материнская розетка. Мне девочка как-то писала, как понять. В общем, берем Тилансию. Ну, я ее уже до этого опускала. Опускаем воду, стряхиваем и смотрим на саму Тилансию. И очень понятно, да? Желтое — это то, что уже не живое, отмерло, отмерло, расти уже не будет. Зеленое — это еще активное растение. В общем, материнская розетка у этой тилки умерла. Вот она, видите, как отличается по цвету зеленый и такой соломенный цвет. В общем, зеленое живое все. Материнская сухая полностью. Все, значит, ее можно убирать. Мы что сейчас с вами и сделаем. Много мне ломать тут не приходится. Она отходит вся. Видите? Эти дочерние, они сами отошли. Один положим. И два. Это не надо. Тоже положим. Ну что, вот та материнская розетка, которая у нас уже не имеет никакого значения в жизни Тилансия. А как понять, что она не сгнила? Во-первых, она вся сухая, из нее никакая жидкость не выступает. Видите, все шалушки хорошо снимаются. Все, она просто рассыпается, как елка после Нового года. Видите, да? И все чешуйчики, они все сухие. Видите, нету никакой гнили. Значит, уход был правильный. Все с ней хорошо было. Росла, цвела, опылялась. Семена мы с нее получили. Но не растили. Были другие задачи, хлопоты, заботы. В общем, все видно, да? Вот, я ее, считается, всю разобрала. И очень хорошо видно, что она не гнилая. Вот. Вот так вот мы убрали материнскую розетку. И у нас с вами осталось две дочерних розеточки. Красивые, хорошие, с минимум засушливости. И я думаю, что вот, сейчас покажу, вот это вот новая розеточка, это пойдет она в рост. И на этом растении тоже вот она, боковушка. Все, мы их оставляем, ставим на прежнее место. Так-то я делаем колечко поменьше и ставим эти тилочки. Подфиксирую их, чтобы они не падали. Все. Вот и все. Все остальные тилансии чувствуют себя хорошо, у них все отлично, но один минус, они сейчас не на досветке. Все, вот такое вот видео. На этом все, всем спасибо за внимание, всем пока.